Всем здравствуйте! Сегодня я вас научу, как делать текстовый документ. Берем, короче, и вот, нажимаем на создать, и вот, делаем текстовый документ. А как из я сразу покажу второй лайфхак, как его переименовать. Смотрите, берем и вот называем его как хотим. Вот, берем, делаем так и называем его, допустим, вот, допустим, называем его так. А теперь, как сохранить то, что мы написали? Пишем, допустим. Вот такое предложение, очень информативное. Вот, берем и нажимаем сохранить. Вот, и теперь этот текст сохранен. Вот. А если вы хотите отменить свое сохранение, делаем отмена. Вот, ой, не сохранять. Вот, все. Наш текст сохранится навсегда. Вот. Все, а этот текстовый документ мне больше не нужен, и еще сразу же его удаляем. Он отправляется в корзину. Вот что это за текстовый документ, не спрашивайте. Я в душе не ебу, что там. Да. Наверное, теории заговора про пришельцев. В общем, всем удачи, всем пока. А это был очень информативный ролик про то, как создать ярлык.